Эчеверики уценили, были 127 рублей. Сейчас 20. Хорошенькие. А вот другая. Тридцать рублей. Здесь еще другие чеверики по 30 рублей. И сколько много. Хлорофитум уценили 20 рублей. А внизу вон еще сколько ячеверек. Много. Целый ряд. Тридцать рублей. Елочка. 60 рублей. Пиццея. Вот здесь вот красиво еще голубая чеверия. Но я такую купила. 30 рублей. А я за 50 купила. Уценяют по-разному. Что там еще у нас красивое есть? Примула 50. Вся с цветочками еще. Бутончиков много. Здесь вот еще красота. Что у нас тут? Пахира 1750. Какое дерево. Больше. Ну, чей цена другая. Да? Ну, тех цена другая будет. Да. 190 гузмани. Ну, дорого у тебя оценили, уже цветаешь. Латейка. Ну, хорошенькая. Правда, не очень дешево, 100 рублей, но хорошенькая. Да. Самое главное, чтобы хорошая. Живая, а то да. Вот такой еще замиокулькас. Денежное долларовое дерево. 950 оценили. Нахапала эчевери сегодня. Вот одна такая голубая. У меня такая уже есть. Но к ней в пару взяла вторую. Растить долго. Она всего 30 рублей стоит. Вот такая еще эчеверика. Тоже 30 рублей. Огромная. И вторая чеверика такая за 30 рублей. Большая. Хорошенькая. Еще комплект из трех по 20 рублей. Пуледонис. Хочу 3 штуки в один горшок посадить, чтобы деревья были. Такой вот 60 рублей за 3 штучки. Вот это похоже. Вот это вообще хорошенькое. Вот. Купила вот таких 3 по 20. Вот такую вот.
за 30. Вообще распродажа. Я в прошлый раз по 50 такие купила. Здесь даже деточка есть, немножко обломанная. Ну и красавица голубая. Тоже 30. Буду их облысять. И вверху как бы деревья, чтобы изогнутые. Красиво, когда несколько штук в одном горшке. Ждать долго решила купить. Ну вот сегодня на 120 рублей купила столько ячеверек. Вот, 5 штучек.